Привет, дорогие мои, с вами Дыга Лариса, и в этом видео мы посмотрим покупочки по Oriflame, которые я сделала по третьему каталогу. Конечно, традиционно много нужных вещей, которыми я регулярно пользуюсь и которым замены найти не могу, потому что был период полгода доставки не было, я пыталась что-то найти. Я просто радовалась, что у меня было кое-что в запасе. Ну и кое-что интересненькое приобрела. Ну, во-первых, у нас начал действовать весенний каталог Норхен с ювелирной бижутерией. И я смотрела на эти серьги и думала, как же мне их хочется. Но дело в том, что у меня есть серебряные серьги, которые похожи по своему дизайну. Да? Шарик там, ажурный такой. Я вот прям придумала себе когда-то, что вот хочу такие серьги. Вы представляете, прихожу в магазин, и они там есть. Но все-таки они отличаются. И муж посмотрел на мои страдания, говорит: Лариса, впереди 8 марта, покупай себе серьги, будет тебе подарочек от меня. Внутри авантюрин, который символизирует нашу планету Земля, а снаружи это галактика, металл, и вот такие кристаллы циркония символизируют звезды. Очень красивые, очень нежные серьги. Изготовление, как всегда, на высшем уровне. Если вы любите красивые украшения, это они. Ну и, конечно, сам дизайн, это просто что-то невероятное. Безумно мне нравится. Также я видела украшение, именно колье. Оно доходит мне вот до сюда. И плюс цепочку можно еще ниже опустить. То есть достаточно длинная цепочка, тоже невероятно красивая. Я обязательно вам вставлю это видео со съемкой этого колье где-то, наверное, сбоку. Ой, так приятно, и я смотрю, находят, да, делают раскопки археологи, находят украшения. Вот девочки, что сейчас, что тысячи лет назад, украшения любили всегда, и это неудивительно, потому что это действительно красиво. Кстати, мальчики тоже, потому что перстни, да, в старину султаны тоже носили. Ну и если говорить о нужных продуктах, конечно, если делаешь в этом каталоге заказ на 150 баллов бонуса, это касается зарегистрированных бренд-партнеров, если вы еще не зарегистрированы, у вас нет льгот для покупки косметики Oriflame, витамин на Oriflame, в боксике под видео я оставляю ссылочку, там вы можете оформить себе и веб-карту, и если вы в Украине, потому что эта возможность есть в Украине и в Грузии, или стать бренд-партнером и также получать дополнительные скидки, участвовать в акциях, если вы находитесь, проживаете в других странах. И вот такая возможность есть за полцены Wellness Pack, 500 с чем-то гривен получается, это шикарная цена с учетом того, что здесь на 21 день и витамины, и минералы, нужная дозировка, особенно дефицитные витамины и минералы, 100% суточная норма, тех, которых у нас и так в питании много, их меньше. Они настолько грамотно сбалансированы, что их можно и рекомендуется принимать регулярно. Но здесь также омега-3 и астаксантин с черникой. О wellness говорить могу много. Кстати говоря, в каталоге тоже акция. И при заказе на определенную сумму вы можете взять либо капсулы Royal Velvet, 45% скидки, либо астаксантин 25%. Я взяла астаксантин с 25% скидкой. Еще скидочка в каталоге на нутрикомплекс для волос и ногтей. Для курса нужно 4 упаковочки. Я взяла пока что одну. Подожду, может быть, еще будут скидочки. Постепенно, в общем, прикуплю. Пока потребности острой нет. Но я понимаю, что вообще хорошо бы дополнительно питать волосы. И мне кажется, что когда я пью регулярно витамины и нутрикомплекс чаще пила, мне кажется, меньше было седых волос, потому что цинк, а есть взаимосвязь. Но так как я не проводила клинических испытаний, и тут то ли стрессов много, то ли цинка недостаточно, то ли просто время пришло, да, я заметила, у меня стало больше появляться седых волос, поэтому решила нутрикомплекс пропить, потому что до этого у меня как-то было с этим получше. Ну, в общем, не повредит точно. А то, что волосы гуще станут, это тоже факт, это я уже знаю. Еще, девочки, сейчас компания Oriflame обновляет коллекцию No Age, я ее обожаю. Я понимаю, что ученые не спали все эти годы, у нас обновилась она в 2014 году, так глобально скажем. И вот сейчас, я не знаю, оставят в каталоге ночные маски или нет. Для меня это настолько уже базовый уход, девочки, насколько они помогают выглядеть хорошо.
свежо. Вот то, что в молодости дается просто так, вот утром проснулся и уже свеженько, уже хорошенько, никаких тебе сетчатых морщин, никаких заломов, ничего. С возрастом, конечно, чтобы так было, приходится потрудиться. И вот эта маска в этих трудах, просто палочка-выручалочка для меня. Здесь гиалуроновая кислота, масло инка-ичи, капуасу. Восстанавливается защитный липидный слой, а если он хорош, то влага не так быстро испаряется с кожи. Плюс идет интенсивное увлажнение, она не смываемая, то есть это быстро. Сверху крема нанес таким же тонким слоем, как крем. Куда-то я уехала. И на утро уже красавица. В общем, очень люблю эту масочку. Сейчас в каталоге практически 50%, и я решила запастись. Хватает, кстати говоря, ее на 6-12 месяцев, в зависимости от частоты использования. Ну и от области нанесения, конечно же, тоже. Еще нужные продукты – это специальные смягчающие средства. Я взяла 2 без аромата. Это вот такие розовые баночки. И взяла один с маслом маракуйи. Девочки, 99,9% натуральный состав. Заживляет, смягчает абсолютно все. Этот еще и пахнет, и дополнительно масло экзотическое содержит. Которое тоже, кстати, хорошо для губ. Я люблю, чтобы у меня были они по всей квартире, разных ароматов. И мои клиенты тоже их очень любят. Поэтому я люблю, чтобы у меня был обязательно какой-то запасик. И в подарки вкладываю, впереди 8 марта. Кстати, надо, наверное, было больше взять, но вот так всегда. Еще, девочки, заказала кремы для рук. Точнее, крем и маску. Маска Spa Salon и крем Soft Care. Я взяла питательный, большой объем сейчас идет и очень хорошая скидка. Вот если вы ищете классные кремы для рук, обратите внимание на кремы в Oriflame. Они разные. Вот этот вот прям сильный, вот прям интенсивный. И в принципе неудивительно, здесь и масло миндаля, и масло макадамии. И он прям классно питает и хорошо впитывается. И нужно его немного. Он достаточно плотный, то есть не жидкий, да, не лосьон. Но при этом... погуще, он не плотный, да, но он погуще, чем лосьон, классно впитывается, отличный, вот отличный крем, это крем, вот, который можно рекомендовать женщинам, которые, не знаю, огороды, хозяйство, и вообще руки постоянно в воде, вот можно смело рекомендовать, настолько он хорош, а большой объем и цена, ну просто супер. И вот такая масочка, можно, конечно, и как крем использовать. Ой, какой аромат, спа, это реально спа. Но если вы не поленитесь и нанесете все-таки как маску с перчатками, девочки, утром ручки будут, как будто вы посетили спа-салон. Сейчас тоже очень классная скидка, не только на эту маску, на многие продукты из этой серии. Не пропустите, прям вот роскошная серия, роскошная. Еще обратила внимание, в следующем, в четвертом каталоге, компания убирает мыло из коллекции Scented Moments, Океан и Пион. Я еще не успела запастись, затариться, а компания их уже убирает, что это такое. В общем, я что-то так разволновалась, у меня как-то не очень, запасы мои подистощились. И я решила, что мне надо мыло. Обратите внимание, что коллекция Scented Moments 90 грамм. Биоразлагаемая формула, приятные ароматы, не сушит кожу. Я вот взяла, видите, прям разных вариантов, взяла каждого по 2. И взяла еще мыло одно из коллекции Love Nature. Тоже биоразлагаемая формула. 98% натуральный состав. И вот у меня ранее было купленное мыло, я его еще тогда открыла, и вот оно у меня лежит в моих запасиках открыто. Это было месяца 2 назад, если не 3. И вот я беру упаковку, а оно пахнет, причем пахнет персик, да, персик, это не абрикос, это персик, и овес. Овес дает какую-то кремовую ноту. Ну и овсяную, наверное, немножечко. То есть что-то вот как приземляет, мягкость такую дополнительно дает к фруктовой свежести. И слышно именно натуральный аромат мыла. Если вы ищете натуральное мыло, обратите внимание, его, кстати, граммов чуть меньше, 75, этих 90. Но биоразлагаемая формула и тут, и тут. Поэтому
шикарная цена в последнее время в каталогах. Девочки, не пропустите. Кстати, если вы пользуетесь кусковым мылом, то его меньше гораздо расход, чем если вы пользуетесь жидким мылом. Конечно, жидкое вроде бы привык, да, нажал, удобно. Я вам даже скажу больше, если у вас очень грязные руки, для того, чтобы не оставлять бактерии на куске мыла, то как раз хорошо с дозатором. Поэтому у меня всегда стоит мыло с дозатором вот для таких случаев. И для остальных случаев, когда мне просто помыть руки, да, надо освежить их, я беру именно кусковое. И любое кусковое будет экономнее, чем жидкое мыло, даже магазинное. А Reflame мыло, они такие, такое ощущение, как будто их настолько плотно спрессовали, что они очень медленно расходуются, они не разлазятся в мыльнице, не расквашиваются. В общем, мыло роскошное и не сушат кожу. Ну а как сейчас еще и состав такой, и формулы биоразлагаемые. Конечно, я рекомендую, то есть вы моете руки, и не загрязняете окружающую среду. Вода, водоемы, которые находятся вокруг вас, не будут свисти. Биоразлагаемая формула как раз этому способствует. Кстати, вся коллекция Love Nature, все пенящиеся продукты, то есть тем, что мы моемся, все имеют биоразлагаемую формулу. Мне нравится, что компания настолько заботится о планете. И много говорить можно и об упаковках, и даже скрабинки в Oriflame используются исключительно натуральные, как раз вот для этих целей. И чуть не забыла рассказать об чудо-бьюти-гаджете. Давненько я на него смотрела, это несколько каталогов смотрю, его нет. Я прям запереживала, думаю, неужели я его пропущу? Нет, я его взяла. А что это за бьюти-гаджет? Это силиконовая штучка, которая позволяет нам окрасить ресницы, не выпачкав при этом века. И да, именно так эта штучка и работает, и хорошо работает. Я сейчас, всегда окрашивая ресницы, ею пользуюсь. Она реально классно работает, но я к ней приспосабливалась. Когда вы наносите тушь, да, прикладывая этот гаджет к своим ресничкам, а он имеет, пусть небольшой, но все-таки объем, ресницы не загибаются вверх, так как это происходит, если вы красите без вот этой штучки. А я люблю, когда мои ресницы загнутые. Но если так красить, то все мое веко в туши получается. Вероятно, у меня такое строение века, что по-другому никак. Ну, или я такой специалист. А я нашла способ и нашла подход. Я, когда наношу тушь одним, с первым слоем, то тогда я прикладываю этот гаджет. И в этот раз стараюсь нанести продукта побольше. Когда же я наношу второй и третий слой, то по сути мне не нужно так много наносить продукта, и тушь уже немножечко подсохла на ресницах. В общем, практически не отпечатывается уже во втором и в третьем слое. Ну или, может быть, самую малость, которую достаточно легко подтереть ватной палочкой. Так что гаджет интересный, он реально работает, и если у вас есть такая проблема, обратите на него внимание. Я, кстати, пробовала его и вот так наносить, то есть обратной стороной прикладывать. В этом случае ресницы загибаются хорошо, ну как-то заморочно. В общем, я делаю обычно просто первый слой, а второй, третий уже без этой штучки. Классная, девочки, рекомендую. Если вы тоже брали, делитесь своими впечатлениями. Ну и на этом покупочки мои закончились. Девочки, делитесь, что приобрели себе вы. И до новых встреч. Пока-пока. А эти продукты я использовала для своего макияжа.